Всем прямо доброго времени суток, от канала Лэйзи Дмитрий, ленивый. Ленивый я. Уф, да уж, под эту прекрасную музыку мы продолжаем играть в Far Cry New Dawn. Напоминаю, что ссылка на плейлисты группы ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии, с меня контент. Двинули дальше. Двинули, бабка тут. Ничего не имею против агентов. Но... Ля я крыса. Нет. Эй. Да. Тупняк. Начал так себе. Вижу плохишей. Не смотри в ту сторону. Хоть сюда попал сразу. Все-таки надо разыгрываться немножко перед началом. Ну, побегать, пострелять в кого-нибудь. Эту... Либо я умру в комфорте, либо я никогда не умру. Точно. А если все-таки того? Не дай бог, конечно. Я разберусь. Уже ничего. Нас никто не спасет. Вытащи меня отсюда. Это случилось, никто не спасет. Спасибо, что спасла. Я думал, мне уж точно конец. Перед походом на север Иосиф изрек новое пророчество. Насчет коллапса он был прав. Так что теперь мы начеку. Молодцы. Пришла за покупками? Скажи. Ну, есть немного. Так. А, это же так. Это же так. Если в следующий раз носочки, с пустыми руками не уйдешь. Да я вроде и так не с пустыми. Ну, не совсем с пустыми. Так, а что это за место? Мясорубка. Здесь эти недоноски. Осторожно. Ты о ком вообще? Почему ты говоришь о нем во множественном числе? Кое-кто умрет. Да, ну, одним лоботрясом меньше. Чумас-то начала, блин. Отправлю врага в ад. Какая ты мясорубка. Черт! Давай, черт! У нас тут жмур! Угу. Еще один. Узнайте, что это! Тут не очень. Быстро! Меняю позицию. Вы там по очереди узнавать будете? Что-то... Я вверх! Нифига себе, Супермен. Как этот городок был ни с чем не лучше других. Надо было его сжечь. Тебе бы только сжечь, блин. Вот, блин! Это вы... Сейчас все сделаем. Не ори. Это было забавно. Готовься к смерти! Вижу цель! Не ори. Тоже мне. Перемещаюсь! Тут мне не нравится! Эй, она над нами! Разве? Вижу этих тварей! Таким и герб лесень!
Ничего себе, у них тут грузовичок. Какое любопытное место. Даже боюсь выдыхай представить. Силу, выдыхай дерьмо. На кой дьявол он тут такое красивое есть? Вот куда ты полезла? Я просто вниз хотел посмотреть. Да. Ну, шмотки надо все-таки найти. Хотя есть у меня подозрение, что самым правильным вариантом будет пёселя вызвать. Потому что стойкое ощущение, что тут... Прикольное местечко. Чувствую, я в какое-то сюжетное место припёрся. Раньше срока. О. Но, с другой стороны, пришел и пришел. Чего бы и нет. На понтов, конечно, мое почтение. Так. Главное, неудобный стол, я хочу сказать. И стол неудобный, да и стул тоже. Уж. Три какахи. И чё? Я, конечно, дико извиняюсь, а это зачем? Так что, шутка от создателей. Шутка от разработчиков. Ну, ок, ладно. Могло быть хуже. Я после Borderlands я уже ничего не боюсь. Там постоянно по унитазам шаришься. Три. Проблема в том, что бабуля что-то тут вообще где-то там шарахается. Не, вы знаете, у меня столько ощущений, что надо вызывать этого. Этого. Вот этого вот. Береги себя, девочка. Окей. И девочка шмякнулась вниз. Это кое что я вижу вон там. Он что-то даже отмечать начал. Пещель только появился, уже сплошная польза. Проблема в том, что одной запчасти все равно не хватает. Ну что, красивое, поехали кататься. А как же на это реагировать? Где-то еще одна запчасть. Где еще одна запчасть? Черт его знает. Тимбер! Так. Где-то. Красиво лежит. Так, ну это... Это-то ладно. Вопрос, где она? Где я ее не вижу? Тимбер, иди сюда. А, вон вижу, отлично. Аллилуйя. Так, карта. Давайте, наверное. Так. Да, как-то вот так вот двинем.
в нужном направлении. Хотя у меня, конечно, создается все-таки ощущение, что я пошел не туда. Еще как бы именно по заданию, надо идти по основному заданию. Так, Тимбер, спасибо. Бабка домой. Рада приглашению. Уже ковыляю. О, восстанавливается все-таки. Не, на здоровье просто смотрю. Что-то сколько уже. Бегаю, бегаю. Никак восстанавливаться не начинало. Но нет. Бабушка, ты где? Бабушка. Бабушка. Сложным маршрутом пошла. Через ворот пройти прямо вообще никак, да? Надо было вот именно по лестнице, да? Вот это вот все. Ну да, да, понимаю. Легкие маршруты не для нас. Хорошо, попал, черт побери. Бабуль, разберись за солнцем. Каждым убийством чувствую себя на год моложе. Ну, не худший показатель. С каждым, говорит, убийством на год моложе. Бабуль, да ты уж должна быть это. Если все сосчитать, тебя уже в проекте быть не должно. Так, это... Какая-то. Давайте обыскивать какую-то. Ой. Это полезная шкура. И куча проблем. Я ведьма! Меня нельзя убить! Спорим. Так, вижу еще одно место. Что-то там светится. Не знаю, склонно ли связываться с Осифом, но, похоже, другого выбора у нас нет. Полностью согласен. По-моему, нет, это не то явно. То есть ящик желтый, да не... А? Дневник выжившего даже после коллапса заката вокруг холл поражает своей красотой. Если я хочу отдохнуть, мне достаточно забраться на голову старого быка и включить музыку. Весь округ, конечно, не увидишь, но все же многое можно разглядеть. Дела не так уж и плохи, было намного хуже. Ибо нифиг. Надеюсь, знакомых ты обирать не будешь? Не уверен. Ну что, разминировать тебя можно? Можно. Нет, заминировать. Нет, никаких чудес. Можно заминировать, да? Разминировать нельзя. Слушайте, я вот думаю, все-таки, наверное, рано мне сюда. Давайте все-таки сюда пойдем, а? По заданию. Ну, кажется мне, что правильнее будет. Сейчас вот сюда тэпнуться. И вот так вот. Да, в ту сторону. Не знаю, все-таки, мне кажется, что... Ну, скажем так. Вот эта вот арена, да? Явно пока... Это явно какое-то сюжетное место. Значит, я сомневаюсь, что мне сюда уже надо.
С этим щитоносцем придется помочь. И сошью одеяло! Да. Стрелок из меня, как из собачьего хвоста сита. О, кстати. А это же это. Это. Нет, не это. Ну ладно. Это не это. Все нормально. Почему пропала отметка? Никогда этих лосей завалить не получится ни одного, ни одной штуки. Меня так просто не возьмешь. А освежителя воздуха там нет? Я что-то не помню, что я... Кое-кто умрет. Попал, смотри-ка ты. Чего? Чего на башку кишечник? Патроны, конечно, бронебойные, ну и животные тоже не шибко слабые. Патроны, ну, кстати. Я за тобой! Пошли, пошли. Уф, огненно использовать смысла особого нет. Ну а что, ты только шкуру попортишь, что там горелая шкура. Место нормальное. А толк? Вот неправильно. А где второй или вторая? Считай уже труп. Бабуля, ты что там делаешь вообще? Она там плавает. Сейчас я... О-о-о, что такое? Меня игра слегка буганулась. Эй, где?
Росомаха. Окей. Чувак. Обращайся. Мне очень нужны патроны. Не эти. Надо посмотреть, за каких животных дают этим. Хорошо, что дохнет всегда кто-нибудь другой. Этим. Да блин. За каких животных дают шестеренки? Надо будет устроить на них как-нибудь охоту. Такую, без записи. Ну то вам тоже ведь особо лишний раз на это дело смотреть. Свои. Как я тут... Но опять же, возвращаясь к теме того, что смотреть не очень интересно. С другой стороны, ведь это такой игровой процесс. Ну, то есть, как бы, это и есть такая игра. Тут я уже как бы, сколько раз это говорил. То есть, с одной стороны, да, типа, это как в Рафте, да? Зачем ты там 10 раз убиваешь эту акулу? Мы это уже видели. Не, ну, ребят, круто, что вы это видели. Злобные говнюки, он там... Да ну, стой, спокойно! Нифига себе. Бабуля, а ты стрелять-то будешь? Ты что застрял-то? И убегает, смотри. Молодец, девочка! А вот ты нет. Бабка, ты будешь? Ты дрянь ты такая, а? Что она давай, делает? Подруга. Да какая подруга? Бери ты его, блин! Что с ней не так, я не понимаю. Все хорошо. Сбаговалась, все что ли, хорошо. Блин? Сидит он, смотрит на них за километр, ничего не делает, блин. Ну, что упало, то пропало. Угу. И где? В смысле? Идеальное падение, блин. Как я забыл совсем? Прости, приятель, но это наше. Ну это оно... Сатановым, честно говоря, особых проблем-то нет. Бронебойные есть? Надо накормить того пулеметчика. Я бессмертна! Не умру никогда! Отлично. Это отличное заявление, бабуль. Просто великолепное. А, это этанол, блин. Хватит тут прятаться! Я пошла! Не вижу особого смысла сейчас с этой фигней возиться. Этанола у нас много. Может, я... Разозлила близнецов. Они придут за тобой. Ну, пусть. Чё ж теперь? Чё ж поделаться ли? Чё это сейчас было? Забавно крюкануло. Сматывайся. Только не в мою сторону, ладно? Беги в другую. И их за собой веди заодно. Так, записка нового ВДМ. Я собрал кое-какие греховные вещи, чтобы предать их огню. Я патрульный и должен продолжать свой путь. Заранее благодарю членов семьи, которые сделали благоугодное дело. Греховные вещи. Да. Йосиф был... дядя Йося был прав. Нет, ребят, дядя Йося не был прав. Дядя Йося был мудак. Как говорится. Который травил людей всяким дерьмом, блин. Избивал, убивал и так далее. Гадил, грабил, занимался другой дрянью. Кстати, вы просто... Ай, не то. Вот да, я вижу, тут можно сменить патроны. Добро пожаловать. Что нужно?
Сейчас мы... Патрон, чувак. Так, тут что? Ого, за волков титан дают. Нормально. Хороший выбор. Еще увидимся. Чего ж ты все время слетаешь-то, а? Так, машины. Не, в топку машины. Никаких машин, только пешком. И, кстати, там навыки не накопились? Да, накопились. Так. Так, тут... Стоп. 10. 1. 5. Тут 5. Тут 4. Да, все правильно. Все, здесь 5 хватит. Теперь будем... Так, тут 5. Я думаю, вот это надо качнуть все-таки. Хотя... Или вот это... Ну, сказать, что мне прям дико не хватает металлок, или вот дополнительное оружие ближнего боя, тоже вопрос. Вряд ли их много, хотя, конечно, да. Вопрос, да, сколько там их может быть? Это свои, все нормально. Так, секундочку. Да, я могу. Ты видишь этих подонков? Я не вижу убитого мной или... А, вот он. Карибу. Я вижу этих подонков. Я не вижу. Скажи, если найдешь носочки без дыра. Да-да-да. Помню, бабуль. Не волнуйся. Стоп, где он? Ну я ж только что видел этого засранца. А, в топ. Я ведьма! Меня нельзя убить! Я тут единственное, что не помню, эти карибу, они. Эти карибу, они мне нужны уже? Или еще нет? Свой котелок, тупица! Я их проучу. Тебе конец! Какой оживленный перекресток! Как маленького жирафа. Вот же срань! Помогите! О боже! Не хочу помогать. Иди и помоги мне, малыш! Маме нужна помощь! Кто взорвал грузовик? И где они? Я когда-нибудь уйду с этого перекрестка. Я в это верю. Ну, что упало, то пропало. Точно. Уф. А, слушайте, я понял. Это же я, наверное, заминировал машину, а... Вон там! Ух ты, какое падение! Хотят руку пойти! Молодец, плакай!
Моя школа. А, тоже. Так, ну мне определенно этот автомат нравится. Надеюсь, знакомых ты обирать не будешь? Да-да-да. Надежда умирает последней, бабуль. Мне определенно нравится этот автомат. Как мне, наверное, понравится этот пулемет. Меня так просто не возьмешь. Так. Дом Маклина. Маклина, Кваклина. Закрыто? О, нет. Записка? Нет? Что-то... Нет. И ничего больше. Да. Как-то неожиданно легко. Так, теперь сюда. Уже не та. А что у меня была семья? Я только лица не помню. Как раз хотела тебе показать этого Карибу. О, отлично. Так, минутку, навыки. Так, смотрите, либо вот это сейчас, либо вот это. Но ближний бой я особо не пользуюсь. Давайте это лучше. По-моему, я двоих уложил. Одного точно, а вот второй. Перезарядка очень медленная. Сейчас. Медведь, блин. Где мой олень, блин? Я тут за оленем вообще-то. Ну, это винтовки. Она очень медленная. Ну, то есть это прям вообще ни о чем. Нонсенс. Правильно, чего добро пропадать? Опять же бахает очень громко. Так что нет. No. Общините, сейчас мы такое испытание. А это дробовик у меня такой. Да? Окей, ладно. Дробовик так дробовик, пусть будет дробовик. Так, а, чуть-чуть не дошел. Окей. Пусть будет дроба. Как это? Хрен с вами. Хорошо, но дохнет всегда кто-нибудь дроба. Иногда мы тоже, знаешь, это делаем. Не трогай пчел, я помню. Пригодится. Нормальный такой. Наборчик. Джентльменский. Или как там они правильно называются. Так, ну мне еще одного надо грохнуть из этого. Я их проучу. Просто... А, освежители вот. Да, не то нажал, извините, сейчас. А, да. Пробивной. Освежитель воздуха. Да, штука неплохая, наверное.
Нам бы сейчас еще одну машинку стопорнуть какую-нибудь. Хотя, с другой стороны, о чем мне эта машинка сейчас? Торговца рядом нету. Гризли. У меня какие-то медведи до сих пор не это. Выдыхай силу, выдыхай дерьмо. Красивый корень. Это да. Опа, кто это? Убил. Промежгла! Ты быстро учишься! Спасибо за помощь во время осады. Да-да-да. Отлично. Так, навыки. И... 4. Отлично. Знакомых ты обирать не будешь? Блин, ладно, я погнал! Зет! Зет, ну сядь хотя бы! О, нет! Будут знать, как связываться с дамой моего возраста! Кажется, у нас... Хорошо! О, кто выбрал неверный путь! Да, автомат намного лучше. Я-то думал, что уже не боюсь смерти. Как бы не так. Боишься? Так, ладно. С добряком разобрались. Тебе нужен торговец поменять у него это оружие на что-нибудь. Либо я вообще никогда не умру. Да-да-да. Мы помним, бабуль, помню. Так. Хорош плеер. Сколько лет лежит, играет? Осторожно! Он, осторожно! О, господи! Помогите мне! Это было странно. А как? Смотрите, какая-то отметка. Там что-то есть в этом, якобы в этом в холодильнике что-то есть, как будто. О, вижу. Чувак, ты мне очень нужен, ты где? Ой, как ты вовремя-то, а? А, подожди, стоп, ты же... Ну, хотя патроны можно купить. Точно, это ж... Да. Взгляни, что я тут. Давай. Так. Ага, вот кого. Это за Титан, это... Ясно, Карибу у нас идут за шестеренки. Все, тогда извините, Карибу. Надеюсь, тебе пригодится. Приходи. Как говорится, ничего личного, но шестеренки нужны. Так что Карибу хана. Постоянно слышу о чуде нового Эдема. Помнится? Сейчас все. Тот, кто не работает головой, лишается головы. Да-да-да. Бабуля у нас просто юморист. Я так понял, это минирование работает по принципу... То есть заминировал, отошел, взорвалось. Че, охренел? Ладно. Бабка крепкая, бабка переживет. Точно, ты бабушку передавил. Она сейчас отомстит. Балбисик. Так. Паршивая была бы смерть. Одну шестеренку нашел. Шар, шестеренку эту, пружинку. Осталось еще 3. Меня так просто не возьмешь.
Окей. Сплошные, блин, взломы. Угу. Сюда, видимо, нельзя, да? Ключ от бара. Какой-то ключ от какого-то бара. Бара, может, вот это имеется в виду? В моем возрасте может быть, необходимо забивать на все хер. Придет время, и сама все поймешь. Думаешь? Ну, если ты так говоришь, поверю на слово. Может, действительно там... Так, у нас есть не край прям поблизости. Не край. У нас есть вот эта штука. Может, ее захватим, а? Давайте-ка туда пойдем. Может, мне оружие надо поменять? Прости, Карибу, но за вас шестеренки дают. А освежителя воздуха там нет? А именно их мне не хватает. И кто меня видит? Да куда ж ты летишь-то, а? Охотник, я говорю, из меня просто шедевральный. Может, конечно, из лука? Какой мясистый карибу. Отправлю врага в лаву. Больше не зверит. Чего нет? Чего нет-то? Иди сюда. Нет. Ох, да, сплошное лутание. Лут, лут, лут. Лут, ну лут, слово лут и еще немного лута сверху. Снять с тормоза, а? Еще один, отлично. Хотел, блин, нажать я на... Я ведьма! Меня нельзя убить! Пусть так. Отлично. Хотя титан, я бы не сказал, что я... испытывал какую-то лютую нехватку. Опять же. Хороший трофей. Думаешь? Время раздавать на орехи. Нужно сменить позицию. Выдвигаюсь. В принципе, удобно. В две винтовки вот так работать. Так, что-то у нас как-то нехорошо с оленем получилось. Издевательство какое-то. О, как полыхает! Не обожгитесь! Попробуем. Чё есть самолет, да? Ну просто вот хаус, блин. А, ну давай, скидывай. Ну а как она что-то? О, хорошо, что дохнет всегда кто-нибудь другой. Где?
там? Проучу. Вот точно. И я их проучу. Я нашла тебя, сука! Да? За суку ответишь. Хотя, возможно, она не мне. Кто ее знает, какую суку она там нашла? Тут есть одно но. Теперь надо поймать этот грузовик. Тут, к сожалению, пули не обладают таким лютым останавливающим эффектом. Поздравляю, вы свободны. Сколько навыков? Вообще ни о чем. Короче, пошли освобождать аванпост. Пушку надо менять. Раз, два, три, четыре, пять. Пушку надо поменять. Источник воды. Ууу, а местечко-то козырное. Ой, как прям красота, елки-палки. Как расположено. Мне нужно открыть школу выживания. Думаешь? С книгами у нас сейчас беда, так почему не загнать головастиков в лес? Ну, стариной. А когда ребятня освоится... Хорош трындеть, стреляй давай. Я разберусь. Красота. Лежать тебе в земле. Да, местечко прям. Предвижу проблемы. Так. Отправлю врага в ад. Ох, опять она за свою. Нем, как могила, в которую я не собираюсь. Время раздавать на орехи! То, что ты меня так видеть, то непреско начал. Класс! Прямо промеж глаз! Да, только под тревогу по них не сможете. Хватит тут прятаться! Я пошла! Извини, детка. Ты башкой все равно не пользуешься. Ну, в общем-то, бабушка даже права. Это честь. Не на все 100%. Кошандрей. Хорошо устроилась, да? Залеглась мне на левой руке. Играть мешает. Записывать, значит, не дает. Так. Столько воды. Просто отлично. Ну а то ж, вода вообще лишней не бывает. Так, это мы продаем. Так, давайте-ка кое-что посмотрим сначала. А, то есть вот это и вот это мы прошли. Правильно? Правильно. Здравствуй. И тебе не хворать. Не хворать. Так. ПП и ручной пулемет.
А, и оружие ближнего боя. Так, давайте смотреть. Теперь нам нужен... Я ж его использовал. Минуточку. А первый у меня кто? Привет, малыш. От малыша слышу. Ладно, пофигу. Так, и ручной пулемет, да? Прям-таки такой ручной, да? Так, либо это, либо вот это. Но это почему-то удобней. А почему? То есть все то же самое, но это удобней. Или цена выше, подожди-ка сейчас. 320... А, это дороже. Чем заметно так дороже. Давайте его. Ну а что? Все. Красиво, красиво. Этих все продали. Боезапас пополнили. По-моему, все норм. Так, знаете что? Перезахват этой фигни оставим на потом. Все-таки у нас почти в каждой серии такое. Так что пошли к Некраю. Меня кто-нибудь слышит? Это Некрай. Я в плену. Меня держат у старой водоочистной станции. Я подготовил транспорт для побега. Нужно... Черт, они идут. Спасите. Спасите. Понял. Ким, пошли, папу спасать будем. Ладно, девочка, увидимся. Вперед. Ночью надо смотреть под ноги. Не хочу сломать. Поняла, сейчас. Так, у меня вопрос, а как... Может, есть что интересное, а то я каждый раз эти базы так беру, что называется, без нормального обыска. А может, я это очень сильно зря? Подожди-ка, база, это же, блин, как ее, водоочистная-то, это станция дурнющая, да-да-да. К бою готова, дружище. Отлично. Да, мы такие. Помню, это дурнющее место, где траву лили. Так, ладно, за мной. Отлично, идем. Карминка, не отставай. Мясо в аппете быстро сушится, потому что в нем мало жира. Вот так. Да, я понимаю, что это очень мерзко. Так и выживаем. Все идет в ход. Было здорово. Придешь за водой, а тут знакомые. Остановишься, поболтаешь с ними. Минуточку, кстати. Забыл. У нас же совсем другой тип патрон нужен. А здесь не меняются, да? Окей, пошли. Рано или поздно пригодится. Еще один. Так, сейчас минутку. Я уж на такие краткие моменты отвлечения не выключаю запись, потому что, ну а чё уж, как бы, тут делов-то... Делов-то всего ничего.
Изымаешь имущество? Да. Опа. Не то, чтобы прямо имущество. Ну, как говорится, раз уж если я их... Если бы мы не отбили нападение на Кайрани, лишились бы всего. Так, а где это? Пошли туда. За такими нужен глаз да глаз. Красиво бахнули, черт побери. Да, пулемет это пулемет. Это глубокая мысль, да? Ладно, не буду. Нельзя здесь оставаться. Тише, впереди кто-то есть. Просто брать не буду. Давай. Начинаем веселиться. Пора ломить отсюда нахрен. Привет, Ник. Она вернулась! Я нападаю! Прикрывайте! Нападай, нападай. Дочь, Пеппе помочь не хочешь? Это ж не край. Срань господня. Поверить не могу. Кармина. Неужели не отреагирует? Блин, ну вот я ее специально взял. Надежду, что между ней и папой. Как долго я ждал этого дня. У нас часть байков накрылась. Ты что, нарочно их гробишь? Если да, мы убьем не только тебя, но и твою семью. Едва пронесло. Не тупи. Не знаю, кто ты. Но ты спасла мне жизнь. Сейчас узнаешь. Дочку свою ты тоже не узнал, судя по всему, да? Сейчас погоди, мы сначала тут все соберем, потом отсюда двинем. Я единственное, что немножко боялся, что в этом задании будет, знаете, как в прошлый раз, когда их увозить начали. Увозить. В итоге пришлось гоняться. Долго я ждал этого дня. Да я верю, чувак, я вот тоже... На, бой. Кармина? О. О, боже, поверить не могу. Давай домой, милая. Встретимся там. Вот мама обрадуется. Спасибо тебе. Огромное. Я торчу тут уже несколько месяцев. Рейдеры притащили меня в этот лагерь и заставили мастерить всякую херь для близнецов. Мне нужно вернуться домой. У меня и транспорт на готове. Ну же, погнали, пока еще уроды не нарисовались. Я, кстати, Ник. Приятно познакомиться. Ага. А Кармина прям отреагировала, что пипец. Иди за мной. Пошли. Есть идея. Пошли. О, да! А дедушка, ты еще силен. Ну. Дедушка, ты еще магиот. Мой самолет спрятан в лодочном сарае. Самолет? По склону. Я как раз собирался полетать, и тут появились эти засранцы и схватили меня за яйца. Не в прямом смысле, конечно. Притащили меня сюда вместе с самолетом. Заставили доделать его, чтобы потом отдать близнецам. А еще мне пришлось работать над копией, чтобы у них обеих было по самолету. Я знал, что если соберусь бежать отсюда, без самолета не обойтись. Поэтому продолжал над ним колдовать. Он еще не совсем готов, но летать может. На нем-то мы и смоемся отсюда. Окей. Нифига себе. Чувак даже самолет сохранить ухитрился. Вот это серьезно. Это вам не хухры-мухры. Понимаешь. Вот и он. Как
Как я и сказал, не все еще сделано, но что уж есть. Разве не красавец? Давай, садись за штурвал, я постою на стреме. А, не уверен, что это хорошая идея. Ну ладно. А, то есть я остался без наемника, да, так именно. Окей. Но. Чувак, тебя сказали дождаться. Ты чё стоишь-то? Ты куда вообще пошел? Эй! Что делать? Нормально вообще, дождите, говорит, пока не край сядет транспортное средство. А этот ушел вообще. Давайте выйдем. Алло! Чё, забаговалась, что ли, миссия? Слышь, алло, гараж. Ты садиться будешь? Выжившим из округа Хоу пришлось нелегко. Иосиф и его эдемщики забрали у нас почти все. Мы не были к такому готовы. Да, сам коллапс затронул нас куда меньше, чем других. Но выжить здесь после него было невероятно сложно. Окей, и чё? Куда он делся? Чё он делает? Не понимаю, главное... Я не зря продержалась так долго. Ага. Хочешь себе крутую тачку? Просто принеси нужные материалы. Обо всем остальном я сам позабочусь. Я рад, чувак. Иди, пожалуйста, в самолет. Что происходит? Ну что, позвать надо? Оу, я только сейчас заметил. Самолет, ага. Нормальная ситуация, он просто ушел, блин. И ходит, типа, с понтом, ничего, говорит, не знаю. Класс. Багулина. Спасибо, блин. Ника, ты где? Ага, окей. Давай-ка убираться отсюда! Нам по прямой! Ну что ж, по прямой. Главное не блевануть! Прикольно. Ну ладно, видимо, что-то в первый раз забаговался. Ну, по крайней мере, перезагрузка миссии дело решено, так что окей. Фиг с ним. Еще разок! Нам налево! А, черт, так это что? Расчищай путь! Ничего. Прикольно. Он видит врага.
Это, конечно, хорошо, что ты его видишь, но стрелять-то в него можешь только ты. Да, может, не стоило этого делать! Погоди! Вот! Чё? Он завалился на бок и... Блин. Ну, обзинь. Нам по прямой! Как минимум обидно, знаете. Главное не блевануть! Я правда не понял, почему он эту тарантейку называет самолетом. Блядь, самолеты летают. А это плавает, так что это... И еще разок! Не знаю, катер на воздушной подушке, условно. Черт, расчищай путь! Я прочистил, блин. Если бы эта штука прицел могла целиться. И застрял. Эта штука? Понимаю. Сейчас. Сейчас я с тебя отъеду. Что-то мне нехорошо. Я даже знаю, в чем дело, чувак. Ой, да. Задание, конечно, просто огонь. Можем сейчас прыгнуть? Фиг его знает. Тот факт, что эта штука не может делать сюжетные прыжки, раздражает просто, я не знаю. Так, может, не стоило этого делать? Погоди! О, да! Витя опять заваливаться начал. Охрененно! Пошел ты! Не мог какие-нибудь подкрылки сообразить, чтобы воздух... Вот черт! Райдеры! Ты что-то предлагаешь? У меня пулемет только вперед смотрит. Офигенно! Ну ты смотри, что делает, блин. Гнида, а. А, подожди, так я не берегу, что ли? Или они за мной сейчас? Не берегу, понятно. Просто валим. Уничтожай, блин. Спасибо, чувак. С таким пулеметом я говорю, только... Все, финишная прямая! Если честно, я уже почти сдался! Я, знаешь, давно уже. Мне нравится, как он кричит. Главное, чтобы он из самолета не выскочил вдруг. А то бывает у этих сюжетных персонажей такие глюки. Ну ладно, вроде... Основных два глюка преодолели. То, что он садиться не хочет, то, что эта штука на сюжетном прыжке переворачивается. Будем надеяться. Ничего себе финишная прямая, чувак. У тебя очень странное представление о прямых, я тебе скажу. Кажется, пронесло. Спасибо, подруга. Заправимся и домой. Видишь халупу? Нам туда. Так, секундочку. Нужно один вопросик. А, понятно, будильник давно уже звенел.
Король. Смешно. Так. Ну и? Так, погнали. Кармина? А ты не знаешь, где мои кусачки? Ким. Я вроде положила их сюда. Ну иди, иди, чё? Чё на меня-то смотришь? Я за тебя, я за тебя ее обнимать не буду. Тут лежали. Куда я их засунула? Что-то ищешь, милая? Приветик. Как? Ну? Эй, если ты занята, я пойду. Нет? Шутки за 30. Точнее, уже за 60, да? А вот это они, конечно, не доработали, потому что я с Карминой Привет, специально дочь. Пошел. Привет. Ну ладно, с другой стороны. Спасибо. Ну, я еще Хёрка приведу, вообще обрадуйтесь. Ну, ладно, согласен. Можно было потерпеть все глюки этой миссии ради вот этой сцены. По цветанию. Нужно найти поддержку, и можно избавляться от близнецов. Кажется, нам придется попотеть. Да, это верно. Есть такое. 4 из 5. А, то есть не край, это тоже у нас спец... А он где? А, вон он, в гараже, да? Теперь у нас... Можешь называть их новым Эдемом, но для меня они все равно Эдемщики. Знаешь, почему они взяли новое имя? Чтобы все забыли о тех преступлениях, что они совершили. Но ни край не забудет. Семья Раев не забудет. Им так просто не отделаться. Так, ладно. Ручной пулемет 4, ПП я не трогал, да? И оружие ближнего боя. Так. То есть останется огнемет и РПГ. А, у нас, конечно, есть еще пролет, но я про него опять забыл благополучно. Да и бог с ним, на самом деле. Ну, мы... Эти всегда пригодятся. Короче говоря, я очень надеюсь, что следующее наше видео я не забуду. Дополнительно этот момент. И мы-то все-таки вначале слетаем, но потом все-таки пойдем опять же по сюжету. Я надеюсь. Но не факт. Ой, не факт. С моей-то дырявой башкой. Ну ладно, в целом неплохо так получилось. Наверное, видео такое не особенно интересное, как мне кажется, потому что я как-то... По-моему, я много молчал и много сопел. Напишите в комментариях, если это так. А если не так, тоже напишите. Ну или просто лайк поставьте, или дизлайк. В общем, как обычно, с вас лайки, дизлайки, подписки, без отписок, комментарии, с меня контент, извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же до сюда смотрел, обнимаю, парни, хлопаю по чудесочку, по щечку, увидимся в следующей серии Far Cry New Dawn Forever. Ссылка на плейлист группы ВКонтакте в описании под видео. Как-то так.